Йо-хо! Всем привет, с вами Инзган, и мы продолжаем Киберпанк. В прошлой серии мы встретились с товарищем этим, как его, Декстером, или как его звали? Да хер его знает, как его звали, короче. Здоровенный афроамериканец, который, собственно, подкинул нам задачку, нужно стырить там у кого-то какой-то там чип, это... Основной квест, основная сюжетная линия, насколько я знаю, насколько я слышал. Соответственно, что ты не едешь, ты едешь нормально. Нужно не только стырить чип, это будет как некое такое основное задание. В качестве подготовки к нему надо было надыбать робота, отжать его у неких товарищей у группировки Мальстрём или как-то. Ну такие глазастенькие, прям ребят в прошлой серии посмотреть, там... В общем-то, это все видно, это все показано. Теперь нам надо пойти поговорить с заказчицей. Проехала я, что-то карта какая-то не очень. Или надо туда чаще смотреть. Поворотов не видно. Не видно поворотов на карте, точнее видно, но не заранее совсем. Давай заезжаем на парковку, как культурные. Полегче. А что не едем-то? Все, да стой ты. Блять, как бы менты на нас не наехали. Чё ты не едешь-то? Давай едь нормально. Что это с ним? Не знаю. О, пулемет, смотри-ка. Так, ладно. Выходим из тачки и пойдем в этот самый клуб, где он там. Да чё ты не... А, надо зажимать F подольше держать, чтобы он вышел. Так, где-то у меня там были навыки или что-то еще. Давай сразу заглянем, быстренько посмотрим. Улучшить можно было оружие, или, по-моему, я улучшил. Давай снаряжение глянем. Рюкзак, что там можно разобрать, что там можно спихнуть. По-моему, я все-таки все... Нет, не все, значит, разобрал, да? Значит, разбираем все, что можем. Гранаты разобрать мы не можем. У нас какая выбрана? У нас выбрана неизвестная какая, да? Или там можно посмотреть одежда. Ага, какие-то шмотки появились новые. Клинок, термический урон. Модификации имплантов, это да? Да, то есть это можно прямо имплант впихнуть. Это что такое? Модификация одежды. Угу. Ладно. О, пистолет какой-то. Ох ты, ох ты. Неплохо. Здесь нам нужен уровень повыше. Ну давай понапихаем, что там куда можно. Вот он пистолет. Значит, выбираем пистолет. Вот этот получше, причем при том, что тот у нас был прокачан. Физический урон, критический урон, время зарядки. Вероятность кровотечения, коэффициент урона при попадании в голову. Случайным образом выбирает вероятность критического попадания, тип урона и ослабляющие эффекты при каждой перезарядке. Что еще ослабляющие эффекты какие? Ячейка прицела, ячейка модификатора. Давай возьмем его. Куда он там? Действие невозможно, а почему? Что за бред, а почему невозможно-то? А, в это оружие легко влюбиться, но довериться ему очень непросто. А что не так-то? Электромагнитное может заряжаться и электромагнитное, и редкое, культовое. А почему взять-то нельзя? Что за хрень, я не понимаю. О! Действие невозможно. Ну, то есть вот этот вот... Ох, и этот невозможно, а чё тогда, подожди. В чем тогда смысл-то всего этого? Зажать, разобрать, использовать, бросить. Типа я сейчас оружие поменять не могу, что ли? Так, мой лучше. И где, кстати, пулемет мой? Пулемет мой где? Я ж только что его видел. Вот этот, может, нет? Ни хрена не понимаю. Давай вместо этого попробуем оружие выбрать. Тоже нельзя. Четыре очка опыта. Добавляет очки особенности и открыть способности Z. Ага, способности. Вот они, сила. Атлетика, уничтожение, уличные бои. Эта характеристика влияет на ваши физические возможности, в том числе возможность открывать запертые двери. На каждом новом уровне силы, начиная с третьего, ваши показатели меняются. Запас здоровья увеличивается на 5, запас выносливости увеличивается на 3. Урон от кулаков и рук гориллы. Руки гориллы увеличивается на 3. Урон от оружия. Штраф скорости передвижения, захваченный врагом, уменьшается. Время захвата врага зажать, чтобы получить.
Реакция. Мне надо, кстати, вот эту хрень, которая тачки можно угонять. Эта характеристика влияет на вашу маневренность, в том числе общую скорость передвижения. На каждом новом уровне реакции ваши показатели меняются. Короткоствол, клинки. Что это значит? Не знаю. Эта характеристика влияет на ваше владение техническими навыками. Она позволяет отпирать двери, пользоваться электромагнитным оружием. На каждом уровне техники показатель брони увеличивается на 5. А, может, мне не хватает теперь для пистолета, что ли? Хладнокровие. Эта характеристика влияет на вашу выдержку, способности и эффективность во время скрытого передвижения. На каждом новом уровне хладнокровия ваши показатели меняются. Критический урон, все виды сопротивления, урон на скрытом передвижении увеличивается на 10. Скорость, с которой вас обнаруживают, снижается. Урон от монстра... Чего? От монстра... Чего? Моноструны. Вот, увеличивается. Интеллект. Эта характеристика влияет на ваши... Нет, тренерские способности. На каждом новом уровне интеллекта ваши показатели меняются. Объем памяти и кибердеки увеличивается на 4%, урон от скриптов увеличивается на 0,5%, время действия скриптов продлевается на 1%. Но интеллект неплохо, сколько у меня очки характеристик. Давай, наверное, добавим силу, чтобы хп... Ох ты, ёпта. Чтоб хп поднять. Доступные очки способности. Это что? Восстановление здоровья медленно восстанавливается, не приобретено. Но восстановление здоровья нам надо, как бы да, в любом случае, зажать, чтобы получить. Есть вьючный мул. Грузоподъемность увеличивается на 60. Запас выносливости увеличивается на 10. Неуязвимость, запас здоровья увеличивается на 10. Это тоже возьмем. Грузоподъемность, ладно, давай. Уничтожение, привычка. Это что, все в силе? Да, это все в силе, батюшки. Отдача при стрельбе из дробовиков уменьшается. Урон при стрельбе из дробовиков увеличивается. Перезарядка дробовика ускоряется. А уличный бой? Урон от сильной атаки ударным оружием. Урон от атак в комбо с применением ударного оружия. Так, атаки ударным оружием могут оглушить. Во время блокирования ударным оружием показатель брони. Ладно, ясно. Давай еще посмотрим, что тут есть. А я уровень-то поднял, нет? Не знаю. Атлетика, уничтожение, уличный бой. Уничтожение почему-то уровень 2. Ладно, давай посмотрим, что там есть в интеллекте. Зажать, купить. А вот так вот надо было его увеличивать, да? Вот сила, значит. Пойдем внутрь. Пассивно. Вы получаете демон тихий час, который отключает все камеры из локальной сети на 3 минуты. Хочу. А взлом протокола длится на 20% дольше. Вы получаете улучшенную версию демона добычи данных, который позволяет получать источник доступа на 50% больше евро-долларов. О, можно бабки получать источник доступа. Вы получаете демон массовая уязвимость, который снижает физическое сопротивление всех врагов в локальной сети на 30% на 3 минуты. Ха. Что за физическое сопротивление? Ну давай возьмем, ладно. Награда за развитие навыка добавляет 2 очка способности. Что это с ним делать-то? Не знаю, быстрый взлом. Скрипты наносят на 10% больше урона. Вы получаете документацию для создания обычных. Нетранер, который пытается вас взломать, становится видимым. Ах, они еще и невидимые могут. Память кибердеки восстанавливается в бою. Вы восполняете 4 единицы памяти каждые 60 секунд. Обезвреживание врага, на которого действует скрипт, мгновенно восполняет 1 единицу памяти. О, давай этого нетранера будем видеть. Так, техника. Вы получаете больше компонентов, когда разбираете предметы. Вы можете найти модификацию или насадку для оружия с вероятностью 25, когда осматриваете роботов, дроны и машины. Вы получаете на 10% меньше урона от взрывов. Так, ну... Так, в общем-то. Ну, хотя технику, наверное, тоже надо брать. А это что? Уровень 5. Значит, что здесь? Технически она позволяет открывать двери, пользоваться электромагнитным оружием. Создание. Уровень 2. Это я как-то прокачал или что это? Откуда они берутся-то? Давай технику поднимем на всякий случай, да? Хладнокровие, интеллект, сила, реакция, может. А это характеристика ваша маневренность. Давай маневренность увеличим. Так, здесь что у нас есть? Винтовки. Прицеливание при стрельбе из винтовок, пистолетов, пулеметов ускоряется на 10, хорошо.
Урон при стрельбе из винтовок, пистолетов увеличивается на 3. Быстрые удары прикладом. Понятно, вероятность критического попадания при стрельбе из-за укрытия повышается на 10. Ну, не знаю. Из-за укрытия. Вероятность критического попадания при стрельбе из пистолетов и револьверов. Перезарядка пистолетов и револьверов. Урон при стрельбе из пистолетов. Коэффициент урона от попадания в голову при стрельбе из пистолетов. Понятно. Ну, клинки это, в общем-то, пока ладно. Клинковым оружием наносит на 30% скорость атаки, клинковым оружием повышается на 10%. Комбо из атак клинковым оружием может вызвать кровотечение с вероятностью 15%. Показатель брони увеличивается на 15%, когда вы двигаетесь. Чё? Не знаю, что это такое. Давай возьмем, наверное, винтовку. Из винтовок и пистолетов, пулеметов. Это что, прицеливание, быстрые удары прикладом, да, вероятность критического. Из-за укрытия. Хм. Ну нет, в общем-то, что? В общем-то, это я еще успею там пострелять. Это я только что это смотрел, да, да. Ай-яй-яй-яй-яй, верни обратно. Где они были? Персонаж. Техника создания. О, здесь две появилось. Мусор разбирается автоматически. Вот это очень хорошо. Вы можете создавать редкие предметы. А, ладно, пусть мусор будет разбираться автоматически, мне это как раз надо. Ну, чтобы руками его не разбирать. Да? Да. Так, какие у меня еще очки остались? Никаких, я так понимаю, да? Наверное. Дальше, журнал, понятно, создание. Нет, давай вот через все. Создание, снаряжение, рюкзак. Снаряжение. Можно мне переодеться, например? Торс 18,6, а вот это вот модная какая-то, 32, смотри-ка. Но она пока самая модная. Вон вся с шипами. Модификации. Броненосец увеличивает показатель брони на 6. Ага. А это что такое? Вот они, на 6. Можно поставить помоднее. Уменьшает урон отрицательных эффектов. Уменьшает урон отрицательных эффектов. Подожди, на 6. А сама она получается сколько? 32. Ну да, это нормально. Это мы сейчас вот... Внимание, вы хотите сменить модификацию, и нынешняя модификация будет уничтожена? Да, ну ладно. Теперь у меня брони должно быть 42, хорошо. Хорошо, давай дальше, что еще? Костюм какой-то там. Значит, этот чуть лучше, но красный. О. В смысле, футболка лучше... Чем... Чем костюм там тот какой-то там? Штаны. Ну, штаны нет. Боты. Ботов тоже нет. Особые. Особых тоже нет. Что еще? Вот. Осколочная граната. Какие у меня там есть? 217. Да все то же самое. Это... Илка. Мгновенно восстанавливает 40% здоровья. У меня какая разменена? Мгновенно восстанавливаю 15. А почему поменялось? Я же вот эту выбирал. Можно мне ее, пожалуйста? Ага. Так, кибердека. Так, базовый объем, размер. Что-то там, замыкание. Амнезия. Так, несмертельно наносит урон врагу. Эффективен против роботов, дронов, машин со слабым местом. Это что? Заставляет врага забыть о бою. Прикольно. Замыкание. На, ну вот. Ну ладно, замыкание неплохо. Перегрузка оптики. Ну-ка, отключает оптические импланты цели, временно лишая ее зрения. Ослепляет врага, оптические импланты позволяют навсегда избавиться от сухоти, аллергии и конъюнктивита, но не спасают от слепоты. Ладно. Значит, здесь ничего не... Киберимпланты. Это что? Это мой. Вот он глаз. Ага, к нему можно что-то подсунуть. Оптика. Предотвращает урон... От всего вашего оружия вне смертельный. Отключает дополнительный урон от попадания в голову. Наводит умное оружие. Подожди, от всего вашего. То есть мы будем стрелять несмертельным. Ага. Нет, не надо нам. Это то же самое. Анализатор гранат позволяет видеть зону поражения при взрыве ваших гранат. Давай поставим все равно, что просто так. Дырочка простаивает. Интересно, чтобы ее извлечь. А надо будет... Угу. Придется ее тоже потерять и уничтожить, нет? Ладони, тут ничего не сделать.
Ладно, снаряжение, рюкзак. Все вроде, нет? Создание. Улучшение. А пистолет-то почему ты это я взять не могу? Ну-ка, ну-ка, объясните мне, пожалуйста, кто-нибудь. Снаряжение, пистолет. Действие невозможно. Этот тоже. Но это, видимо, только сейчас нельзя. Ну да, ну ладно, хрен с ним, пойдем так. Сейчас случилось, не знаю. Котик, девочкой, ты что-то да. Потерял? Да, мне нужно... Не хочешь топовый брейн? Это кто сказал, ты? Да, я зайду. Ладно, я зайду. Угу. Погоди, сначала правила. За несанкционированную запись положено наказание. Руки не распускать. Понятно. Наркотики принимать запрещено. Угу. Все просто. Если тебе кто-то понравился, находишь в каталоге, заказываешь брейн-данс и идешь в кабинку. Стрельбарщина. Я что, из детсада, по-твоему? Полный лох. Окей, дверь открыта. Спасибо. Развлекайся, малыш. Ты смотри, добро пожаловать. Какое миленькое личико. Да, красавчик. Старался, сидел полтора часа, выбирал, блядь, замучился весь. Так, идем куда-туда. Наверное, что-то подобрать можно. Давай подберем. Слава и МакАлистер снова в центре внимания. А где эти стриптизерши? Кого не видно. Ладно, пойдем с барменом разговаривать. Привет. Где мордастик? Встать, ладно, я пойду. Я еще, блин, некогда время терять. Ты не знаешь, она здесь? Сначала купить что-нибудь. А кто спрашивает? Ви. Меня зовут Ви. Она назначила встречу. Приятно познакомиться, Ви. Я Матео. Да мне, в общем-то, срать кто-то. Так что с Эвелин? Я есть большой. Поищи ее, может, найдешь. Все в порядке, ты какая сука, Матео. Бесполезная, а? Я его ждала. Угу. Ну. А, типа, это, она махнула, мол, наля. Ясно, Паркер, это как ручка, да? Я сразу поняла, что это ты. Это интересно, как это? Почему ты не подошла? Сразу не подошла? Хотела немного на тебя посмотреть. Тебе только посмотреть. Поговорим о работе, почему ты мы встречаемся здесь. Что это такое? Ну, почему вот колесико опять не крутится? Вот пять каких-то там значков. Почему давай мы возьмем. Встречаемся здесь? Есть особые причины? Ну-ну. Мне кажется, это место не то, чтобы в твоем стиле. Приму за комплимент. Принимаем, пойдем. Принимаем. Тут слишком много любопытных. Да, вот, например, одни справа стоят. Давай, ой, какие мы у тебя будем пальцы в лаунже, железные. Матео. Угу. Если что, нас ни для кого нет. Да, надо встать отдельно. Пойдем. И чем такая гадкая девочка? Все нормально. Может честно. Помочь такому? Почему ты не хочешь сказать мне правду? Я уже сказал. Да, кто тут ползает? Диван сесть, давай сядем на диванчик, в общем-то. Ага. Это мое заведение. Вот почему мы встречаемся здесь. Ну давай быстрее ты там пока закуришь, пока подумаешь ты о чем-то. Мы как бы о деле пришли разговаривать, а не... Декс много о тебе рассказывал. Угу. Говорил, ты эффективно работаешь. Да-да, я такой. И никогда не подводишь. Ни разу. Надеюсь, он не преувеличивал. Я плохо его знаю, почти не работали вместе. Давай сразу к делу. Я лучший из лучших, тебе не важно. Тебе же не важно, что думает Декс. Тебе же глубоко насрать, что там думает Декс. Мы оба это знаем. Сразу к делу перейдем, в общем-то. Тебя смущают комплименты? Да, я стесняшка. Я думал, что лезть. Оружие не твоего уровня. Я ошибся. Может, это Декс фиксер не твоего уровня? Вы давно знакомы? Может, и не моего. Так, недавно начали, давай перейдем к делу. Что ты пишешь, его биография? Давай разберемся. Я с ним недавно работаю. Я слышала, есть два типа фиксеров. Угу. У одних постоянные команды на долгих контрактах и коротком поводке. Им важны верность и предсказуемость. А вот Декс, он как раз относится к другому типу. Ну-ну. Говорил лучше о заказе. Что за тип? Давай послушаем, ну, какой там тип, чего там. Не томи. Рекрутеры. У угу. них другие приоритеты. Они верят не в людей, а в свою интуицию. Угу. Им важен потенциал.
Ну, типа не люди. Не получилось, но хер с ним новый. Поэтому я надеюсь, что у Декса с интуицией все нормально. Последняя ошибка этих, как их, рекрутеров или тех, кого они рекрутируют? Поговорим лучше о заказе. Давай лучше про заказ. Что ты хочешь сделать? Давай конкретнее к делу, да. Я так понимаю, тебе рассказали про цель. Биочип. Ключевая деталь программы. Сохрани свою душу. Что-то про сохрани свою душу, что я не слышал, конечно. Мы переходим дорогу Арасаки. Эти ребята точно захотят отправить нас в лучший мир. Да как бы даже без вопросов. Они вложили миллиарды в технологию переноса личности. Но меня интересуют только данные на чипе. Ну, он сейчас там находится в отеле Кампеки Плаза. А что он в отеле делает? Был там? Что за бред? Нет, дороговать для меня как-то не приходилось. Как-то не приходилось. А, не приходилось прибедняться дороговато. Блять. Жаль, фреши у них божественные. Шеф-повар явно продал душу дьяволу. Так, что-то он то так прибедняется, то по-другому. В люксе на последнем этаже. Угу. Там живет Юринобу Арасака. Ох, прям Арасака. Юринобу сам, что ли? Юринобу Арасака? В Найт-Сити? Ты не читаешь газет? Это на всех первых полосах. Какие газеты тут? 2077 год, ты что, мать? А помнишь? Он последний сын Сабура Арасаки. О. И главный наследник. Ему должна перейти вся корпорация. И у него там и чипы стырим. Арасака-младший приехал в Найт-Сити, чтобы захватить власть? Мало кто в Найт-Сити знает, какие на самом деле планы у семьи Арасака. Да, в целом, я думаю, мало кто знает вообще, в принципе. Че он ее снимает? Посмотрим, что за туз у тебя в рукаве, наверное, ее родная мир охраним, надо обокрасить самого. Ну, посмотрим, что за туз, в общем-то, все остальное. Если так у понятно. Тебя в рукаве есть какой-то туз, самое время его вынуть. Ну да, пока что идея крепче. Говно. Начинается самое интересное. Юринобу сам вынес чип из лаборатории Арасаки и договорился продать его сетевому дозору. Зачем? Уже понял, что у меня за туз? Или надо разжевать? Пока не особо. Типа, его никто не охраняет, и там ничего нет. Где он держит тип? Что Юринобу хочет получить взамен, ну да. И какие у них с Юринобу условия сделки? Неважно. Деньги или сосредоточься на биочипе. Что могут предложить бравые солдаты киберпространства? Тайны его врагов? Это тебя вообще не должно волновать. Угу. Твоя задача — устроить так, чтобы сделка не состоялась. Что-то прямо идти так, не похоже на дозор. Ну, я думаю, она погоди, ничего не скажет, дозор в общем-то. Вроде держит нейтралитет. Ничего не скажет. Дозор зачем сделка, откуда, чего, как. И корпус за это платит бешеные миллионы. Ага. Однако, это не отменяет того, что в наше время святых нет. Угу. Все хотят урвать побольше. Чтобы выиграть, надо идти ва-банк. Ну-ну, где он держит чип? Ну, видимо, как бы этот единственный наследник сын не хочет ждать, хочет прямо сейчас уже контору возыметь и спиздил чип, чтобы продать его кому-то, для чего. Да-да, я значит, думаю, подожди. Чип лежит без охраны, да, потому да, что да. Юринобу вынес его без спроса. Охраны, скорее всего, нет такой, держит? Как могла бы быть. Скорее всего, в контейнере, угу. Где воссоздана органическая нейронная среда. Но выглядеть это должно, думаю, как обычный дипломат. Угу. Окей, где он? Скоро сам увидишь. Да, если, пошла. Конечно, не хочешь еще посплетничать о семье Арасака. Ну а что, давай посплетничаем. Что-то еще, что на этом чипе? Давай спросим, что на этом чипе хотя бы. И будем еще знать, что штырим. Что за данные на этом навряд ли она, конечно, чипе. Прям так расскажет. Это не важно. Вообще. Логично. Мы говорим о данных, которые Юринобу спер у Арасаки и хочет передать дозору. Это не может быть неважно. Угу. Послушай, Ви. Чип нужен мне. Тебе нужны ну, деньги. В целом, да, там заказ тут давай дело, в общем, что этого. Ты хочешь. Ты выполняешь задание, угу. Я перевожу на твой счет кучу денег. Да? Окей, давай дальше. Что теперь? Смысла теперь особо нет, интересное. В общем-то, все логично. Пойдем. Что еще самое интересное? У тебя будет возможность распланировать операцию по брейнданцу из Кампеки Плаза. Зачем мне брейнданс? Тут нужны факты, а не ощущения. Что такое брейнданс? Думаешь, по брейну можно только дрочить что? В кабинках на цифровые очень диски? Знаю, что-нибудь еще? Вовсе точно на этой неделе. Брейнданс позволяет анализировать детали. Ага. Нюансы недоступны зрению даже ну, прокачанному. Тебе это пригодится. Ну, в целом, да, как бы. А что на этой записи? Не помешает. Апартаменты Юринобу. Изнутри, в подробностях. Ага. Тебе надо будет найти чип. Надеюсь, запись для этого достаточно подробная.
Стой, это я ты зарисовал надеюсь. Материал? Ну а кто еще-то, блядь, ага. По-твоему? Через видеоимплант. А что такое? Значит, ты знаешь, ну, скорее всего, если она как бы девочка Юрия, его, это же логично. Значит, ты там была. Ой, вы, блядь. Вы с ним знакомы? Как иначе я бы туда попала, по-твоему? Что-то Вита как, знакомы. Ну... И очень хорошо. Не самый этот самый. Мы бизнес-партнеры. Да-да-да, бизнес-партнеры, ага. Сотрудничаем на взаимовыгодных условиях. Покажи мне брейн-данс. В общем, экскорт это. А сейчас что там стоял? Сейчас Джуди все покажет. Она сама из Шельм. Мы с ней знакомы не первый год. Давай пойдем посмотрим. Ви, один важный момент. Ну, Джуди на сиськи мне не смотреть. Помогала не раз и не два. Я ей доверяю. Ага. Ну. Но она одна из Шельм. То, что я с ней работаю, не делает ее твоей напарницей. Ладно, мам. Поэтому я очень надеюсь, угу. что ты будешь хорошим мальчиком, который держит язык за зубами. Никого не спалить? Расслабься. Я не идиот. Я понимаю, с кем и как надо себя вести. Угу. Ой, тут тоже можно себе замутить этот новый чипчик. Че, с кем надо говорить с ней? О, а, она типа привет. Нас не видела, мы незаметно это такие Ви. Двое подошли. Он за материалом. Ага. Ви, это Джуди, лучший монтажер брейн-данса, которого я знаю. Ой, не начинай, меня сейчас тошнит. Угу. Привет, Джуди. Ничего себе, сколько техники, аппаратура, высший класс. Усилители, сенсорики, индикаторы эмоциональных и акустических волн. Чего интересно это за значки? Ничего себе оборудование. Почти все модифицировано. Заводские только корпуса. Угу. Выпендривайся все-таки. А ты как думаешь? Это же транслятор мимики Фуицуки, да? Фуицуки, конечно. У этой серии вроде были проблемы с матрицей. Так-то да, но в другие модели не вставишь дополнительные скан-модули, а матрица меняется на разные. Да-да-да, какую-то херню несёте. Ладно, ладно. Твоя запись готова, Эва. Ага. Что скажешь, как она тебе? Что, запись? Ну, еще сыровато, конечно, но сойдет. Самое главное, чтобы Ви мог туда попасть. Ну да, откалибруем под него. Угу. Куда пошли-то все? Но... А, то есть те мониторы не подходят, нам нужны эти. С этим как-нибудь уж справлюсь. Чпок стрит, блин. Ну, о, нихера, смотри, вот это клаут. Запускаем прикинь, на такой гаммы. Пусть там осмотрится как следует. Вот это прям серьезно давай. Будет, да. Ты это, готов? Наверное, единственное, уже что из кибербудущего. Брейне? Нет, не бывал. Думаю, я справлюсь, нет никогда, что такое сырой брейн. В обычном-то да, но вот сырой. Еще да и не в доводилось. Этом тоже не это самое не бывало. Расслабься, я все объясню. Это проще, чем кажется. Окей, ну, давай. Садись, располагайся и приступи. А, опять садиться на эти ваши кресла дебильные, да? Штоматологи. Придут за мной. Ой, смотри, какие ботики прям. Какие выбирал, модненькие. Угу. Это что эти? Очки Google. Хоть бы типа там дисплейчики поставили какие-нибудь, нет? Давай быстрее, долго это все сначала лишнее. Сначала создам твой сенсорный профиль. Ага, понятно. Ладно, создавай, что за профиль. Ну давай, что за профиль. Какой еще профиль? Модель твоих эмоциональных откликов и ощущений. Mm-hmm. Надо подогнать ее, чтобы ты там не офигел. Иначе давай. После подключения тебя в лучшем случае будет тошнить, как в низкопробных записях. Mm-hmm. Mm-hmm. А в худшем? В худшем сдохнешь. А в худшем твои синапсы поджарятся, как на гриле. Но мы до этого доводить не будем. Угу. Ладно, окей. Создавай. Поехали. Надеюсь, больно не будет. Нет. Ну, не что нам терять-то? А в какой? Так, сиди смирно и смотри на меня. Сейчас я подключу сижу тебя сижу смирно и смотрю на тебя. Будет слегка покалывать. Больно же, блин. Угу. Покалывать-то. А ты куда пошла? Окей. Теперь откалибруем оптику и остальные а сенсоры. Смотри на эти два экрана, как будто ты окулист. Как я тебя могу смотреть на два экрана? Что надо будет делать каждый раз? Эту калибровку надо будет каждый раз делать? Нет, она одноразовая. Не обязательно, но оно того стоит. Погоди две минуты, сейчас увидишь, что дает анализ брейн-данса. Mm-hmm. Еще секунду, надо заблокировать болевые рецепторы. Вот это да, это давай, спасибо. Ну все, готово. Окей, поехали. Теперь потестим профиль. Я дам тебе что-нибудь на пробу. Ну, чтобы освоиться с редактором. Угу. Так-так, что бы тебе тут? А нельзя его закинуть в мою запись? Быстрее будет. Ну, обожди, сразу с разгоном-то. Это займет минуту. Я уже нашла кое-что.
подходящее. Порнуха опять. Включить брейнданс. Ну, поехали. Поехали. Ага. Я дам тебе сначала усеченную версию, чтобы ты там освоился. Потом пущу в режим изменений. Режим изменений. Ну, хорошо, давай. Погружение через 3, 2, 1. Ой, прямо в глаз свет. Прям яркое, все беленькое. Ну, давай быстрее, быстрее, быстрее. План простой. Никаких выкрутасов. Заходишь, выгребаешь бабло, отваливаешь. И мы продаем брейн этим психам из студии. Ага, понял. И не забудь, все по полной программе. Они нам еще доплатят за высокий адреналин. Типа я каким-то хером как бы играю в игре. Угу. Всем лежать! На землю! Целуем пол, живо! Угу. Деньги! Быстро! Еще секунды, и я тебя положу! Тише, тише. Ну, сейчас мы ничего не делаем. Давай. Просто это сидим и смотрим. Отстреливать для нахуй голов. Ну давай, 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 быстрее. Это все как-то скучновато, ничего не сделать. Че ему? А, в башню стрельнули, а что ты орешь-то? Дыши глубже. У тебя подскочили кортизол и адреналин. Mm-hmm. Но софт включил гормональную блокаду. Ничего страшного. Ты живее всех живых. А, страшненько было. Это было слишком, могла бы и предупредить. Меня как будто шибануло чем-то. Mm-hmm. Последняя секунда была просто это жесть. Это смерть. Это невозможно забыть. Могла бы предупредить, что умирать так больно. А ты как думал? Боль от настоящей смерти намного сильнее. Да какая там я уже разница? Я бы так не сказал. Последняя же. Скоро отойдешь. Я все подготовила. Mm-hmm. Переходим в режим изменений. Так, типа теперь будет мир динамический, а не просто будем видео смотреть. Ну давай, давай. Отключаю тебя от сенсорики автора записи. Ты сможешь свободно осматриваться. Не стесняйся. Угу. В режиме анализа у тебя полный контроль над камерой. Передвигай, угу. Приближай, удаляй, что хочешь. Теперь это твоя песочница. Спасибо. В режиме изменения брейнданса вы можете свободно перемещать камеру. Даже ставить ее на паузу, когда надо. Угу. Запись можно продолжить с консоли. Попробуй. Так, воспроизведение паузы, режим воспроизведения. Ага, то есть на тап переключаем туда-сюда его. План простой. Никаких выкрутасов. Заходишь, выгребаешь бабло. А тут я могу летать. Этим психом из студии. Ага, понял. Скажи круто. Это еще не все. Ты можешь в любой момент ускорить или перемотать запись. Ну, прикольно, да. Давай. Зажать, перемотать. Вернуться к самому началу. Перемотать назад, тап, режим изменения. Понял, окей. Ага, окей. Круто. Теперь промотай вперед. Е зажать, промотать вперед. План простой. Никаких круто. Заходишь, выгребаешь бабло. Окей. Если что, запись можно перезапустить. Ну, в смысле, посмотреть с самого начала. Попробуй. На R. Зажать. Теперь самое интересное. Собственно, то, зачем ты пришел. Ну, давай. В режиме анализа можно рассматривать и сканировать детали окружения, которые видел автор записи. Сосредоточься на пушке, которую этот хер берет у друга в самом начале. Просканируй ее. Сканировать улику можно только в те моменты, когда она доступна автору. Воспроизведение план паузы, простой. Окей. Никаких выкрутасов. Заходишь, выгребаешь бабло, отваливаешь. Ага, понял. И не забудь, в полной программе. Они нам еще доплатят за высокий адреналин. Режим изменения, воспроизведение паузы. Окей, давай. Давай быстрее, это вот пушка. Остановимся Лоп. Тут. Давай. Выбранный слой. Визуальный, тепловой, звуковой. Тепловой. Выделенные жирным части дорожки содержат подсказки, доступные для сканирования. Ага. Подсказки будут подсвечены на протяжении всего фрагмента, если в редакторе выбран нужный слой. Подсказки могут наложиться друг на друга. Та часть дорожки, где это произойдет, будет подсвечена особенно ярко. После сканирования подсказки пропадут с дорожки. Ага. Сканировать-то на какую? Просканировать пистолет. На тап, наверное, да? Нет. А, вот, подожди, режим воспроизведения, режим изменений. Как его просканировать-то? Чё за глупость? Просканировать пистолет. А, вот так, наверное, да? Угу. О, пистолет, очень модель. Хорошо. Понятно, магазин Поехали большей дальше. Емкости или Сейчас большой. Сейчас, внимание. В режиме анализа доступны звуки и разговоры, которые улавливал тот, кто записывал. Угу. Прибор регистрирует все, каждую мелочь.
Даже те образы и шумы, о которых оператор понятия не имел. Источники сенсорных сигналов проявляются, когда ты переключаешься на слой звука в редакторе. Давай, открой его. Чтобы переключиться между доступными слоями Brain Dance, нажмите Left Shift. Ну, окей, что у меня другой есть левый shift? Правый? Ну, что выходит? Вот так может? Вот. Ага, хорошо. Да, надо отсюда. У тебя сейчас несколько источников звука. Выбери один и сосредоточься на нем. Сосредоточься на нем. Интересно. Какой один-то? Вот этот типа? Планирование источник звука, ну? Сигареты, ящик Брозефа и две БПХи. Угу. У нас скидка на два вкуса. Карри и мясо с креветками. Всем лежат! Как ощущения? Просто охренеть, правда? Угу. Прямо как будто рядом стоишь. Ну да, прикольно. Вот. Этим и хороши записывающие импланты. Они захватывают все фоновые элементы. А редактор их ловит и выделяет. Ну, логично, выбирай, да. Немного со звуком. Разберись. Когда надоест, пойдем дальше. Ну, мне уже надоело. Давай перемотаем быстрее. Что там еще? Давай посмотрим, кто там еще был. Кто ему бошку-то отстрелил, не очень понятно. Вы покидаете зону покрытия. Вот сейчас ничего не покидаю. Источник звука. Ну и что, мы его тоже будем сканировать? О, смотри-ка. Ну прикольно, да, воспроизведение зажать, перемотать и переключить режим воспроизведения. Ну давай, хватит. Иногда в сырых брейнах попадаются дополнительные слои с данными, которые отловили импланты оператора. Например? У Эвелин оптика Кироши. Она фиксирует инфракрасный спектр. То есть в ее записи будут и термические характеристики. Ха, так они зачем мне? Предлагаю подождать, пока он уложит эту тёлку у прилавка. Какую тёлку у прилавка? Карри и мясо с креветками. Всем лежат! На землю! Целуем пол, живо! Подожди, а мне вот вверх можно вот сюда вот, ага? Тут пониже. Людей тоже можно сканировать. Да? Вон, подойди к раненой девахе. Попробуй. Она что, раненая? А, давай точно, сканируем. Поехали дальше. Промотай. Смотри на тот момент, где вор получает пулю. Давай перемотаем. Еще секунда, и это вору! Еще секунда, да-да-да-да-да, давай дальше. Понимаешь, он даже не видел, что в него стреляют. Я тоже не видел. А ты увидишь. Вот, смотри, по-моему, это самое клевое. Ну да, прикольно. Видишь, что там мигает над входом? Камера наблюдения. Она засняла стрелка, сейчас увидишь. Изображение выводится на экран за продавцом. Да? Отмотай к тому моменту, когда он был в поле зрения, и просканируй его. Ох, так, отмотать в тот момент, когда он был в поле зрения кого? Поле зрения камеры, вот здесь что ли? Кого просканировать-то, я не понял. Найти на записи экран, подключенный к камере наблюдения, вот здесь что ли? А, экран, когда был в поле зрения. Но в другую сторону мотать. Угу. Этот, хорошо, давай просканируем. Загрузка завершено, так. Ну, ни хрена не видно. Ему всадил пулю его же Чумба. Что-то мне подсказывает, что он сразу так и планировал. На черном рынке за такой брейнданс кучу бабла отваливают. Настоящая смерть брейндансовых фриков ценится больше всего. Да? В общем, если тебе хватит, можешь выходить. Ну, в общем, более-менее все понятно. Чтобы выйти из брейнданса, нажмите Х. В общем, все понятно. Вот тебе как бы куча источников, запись, все остальное, звук, тепловизор. Я не очень понял, зачем. Круто, да? Жаль, конечно, мы упарываемся, но почти все, что проходит через нас, годится только, чтобы лысого погонять. Ну да. Так, чего? Смотрим запись Евы? Не знаю. Давай посмотрим. Может, перерыв? Я до сих пор чувствую, как... Ну что ты прям слабачок. Короче, с меня хватит. Ви, времени нет. Возьми себя в руки. Да-да, давай, ладно. Соберись. Ладно. Сейчас подключу тебе и можем начинать. Давай быстрее, как ты херней занимаешься. Рано из моей команды. Она спец по безопасности, будет говорить, на что обратить внимание. Это не проблема?
Вообще-то проблема. Логично, на какие-то. Мы так не договаривались. Дебаг, можно доверять, расслабься, Джуди, все будет хорошо. Дебаг профессионал. Куда не надо, не лезет. Можешь ей доверять. Угу. А, тогда ладно. Ты типа разрешил? Джуди, пожалуйста. Я бы не стала тебя подставлять. Ты же знаешь. Ну, логично. Я бы тоже на месте девочки подумал. Звоните Бак и погружаемся. Давайте быстрее. Звоните, погружайтесь. Занимайтесь этой всей фигней. Привет, Ви, что такое? Здорово. Бак, слушай, у меня тут материал из Кампеки Плаза. Брейн Данс. Кампеки? Ну, понятно. Кто там с тобой? Неважно, ты готова, Джуди Эвелин. Джуди Эвелин и Джуди. Все в порядке, Текст они свои. Они мне помогают освоить материал. Ну ладно. Говори, в чем дело. Короче, нужна помощь. Мне надо понять, на что обращать внимание на записи. Как много болтовни скучно. Поняла, я тебя проведу. Подключаюсь к тебе. Давай быстрее подключайся. Дай мне доступ. Открываю порт 1779. Защищаю протокол. Зачем ты мне это все рассказываешь? Мне неинтересно абсолютно. Сейчас порт, протокол. Получил? Да. Ты готова? Секунду. Окей, проверила соединение. Устанавливаю временный лед. Какой лед временный? Ну что ты, господи. Джуди, подключай. Стартуем, да, давай быстрее. Надо будет запись. Это получается, мне самому-то делать ничего не надо будет в плане там бегать, стрелять, вот это вот, ничего такого. Так, Ви, смотри внимательно. Нам надо узнать, где Юринобу держит чип. Хорошо, давай дальше. Поехали, стопы. Так, судя по методу, ты просто за левель угадал. Ну да, ну да. Ты в целом-то, товарищ, прав. На тап переключаемся, давай посмотрим, что это за хрен. Киберимплант. Обнаружены военные импланты, 0.96 модификации. Уровень опасности наивысший, будьте предельно осторожны. А что, я все просканировал? Так, посмотреть Brain Dance в режиме записи, найти чип, просканировать систему безопасности апартаментов. Ну, ладно. Ага, вот камера. Камера с датчиками движения. Ничего себе тут камеры. Датчики движения, теплодетекторы, система свой-чужой. Ну, а прям серьезно. Ты же справишься с этим? Без проблем вообще. Если будет доступ к их подсети. Ага, удобненько. Так, что, просканировали? Поехали дальше. Да ты просто место для Эмми. Я угадал. Эвелин. Кто вообще железяка? Ей было страшно. Логично. Но она быстро взяла себя в руки. Я сказал, как ты, интересно, понял? Меня же за это убьют. Значит, погибнешь за правое дело. Так, тут еще и звуки появляются. Давай, что там, система безопасности дополнительная. Что тут? Не знаю, пока вроде ничего не видно. А вот стоп. Камера. Камера с датчиками движения. Угу. Стоп, обсуждения не будет. Что еще есть? Есть что-то еще? Зона покрытия. Что-то интересное, это, наверное, нет? Так, здесь уже голоса. Давай пройдем назад немножко, там вот эта вот зона покрытия. Ага, вот еще что-то. У сигнализации новая прошивка. Но птички на бордах начирикали, что она дырявая, как решето. Я сгенерю ключи вот с поддельными сигнатурами. Ну окей, пожалуйста, занимайся, развлекайся. Так, это есть. Здесь что у нас? Хрен его знает что. Тут что, видно что-нибудь? Ага, вот еще что-то. Система сигнализации. То же самое, нет? Тут что-то там позеленел. Ты что там зеленел-то? Ну-ка давай. Просканировать систему безопасности. Сколько там еще у нас? А можно их как-то пометить, что типа вот уже все? А почему она обернулась? На этого хрена, что ли? Ну-ка давай назад немножко отмотнем. А, на этого хрена пропустила. Судя по виду, ты просто место для Эмми. Я угадал. Да у тебя как бы тоже круг задач-то весьма... весьма и весьма ограничен. Навряд ли ты там прям корифан. Так, здесь что-то следующее началось.
Это мы сканировали, а это не отсканировать. Зона покрытия заканчивается у нас. Так. Здесь что-нибудь есть? Нет? Ничего нет. Ну ладно, пойдем дальше. Я сказал нет. Угу. Меня же за это убьют. Значит... Так, а давай дальше. Есть что, сверху камера? Камеру мы сканировали уже. Вот это что такое? Что-то... Ага, вон там вот что-то есть, да? Или нет, далековато, еще рановато. Хрен его знает, что тут еще отсканировать. А, дорожку может поменять? Как он переключить слой? Звук. Угу. Ну давай, давай, сканируй, ты что? Слышу гудение. Угу. Вентиляторы, кондиционер или серверы? Ну да. Надо же как-то управлять всей этой умной херней. Конечно, куда-то надо это все пихнуть. Что еще? Источники звука. Так, источник звука есть. Надо с этим самым разобраться. Вот с этим вот. С изображением. Ну что, нет, камеру я просканировал. Сверху, может, что-то есть, нет? Даже не знаю. Ну ладно, включим. Все эти дорожки можно включить? Погибнешь, да? За правое дело. Простите, я... Располагайся пока. Я закончу. Надо послушать их разговор. Что, голос мужской? Там может быть что-то важное. Может быть, да. Так, что мне надо сделать-то? Вот так. Откуда картинка-то, я понять не могу. Может, что-то надо нажать, нет? Арасака. Картинка, картинка, картинка. Что-то надо просканировать на картинке, которую мы видим. Хрен его знает, что тут еще можно просканировать. Ладно, давай послушаем разговор. Значит, вот. Вот, смотри, что-то еще есть. А, может, это как раз... Я закончу через минуту. Программа пока на стадии испытаний. Ее нельзя выводить на рынок. Угу. Это мы посмотрим. Пожалуйста, не спешите. Обсудите это с вашим отцом. Он уделяет этому проекту особое внимание и может объяснить, как мой опасно... Отец, замученный безыдейный дед, который не любит перемены и хочет жить вечно в своем маленьком застывшем мирке. Вот почему он хочет заболеть эту хрень. Даже слушать такие выражения. Так послушай еще. Сабура, безумный деспот, который потерял связь с реальностью. Mm-hmm. Решил, видимо, папашу мире, скинуть нахер. Уже нет. Может, никогда и не было. Мы за 20 лет не договорились. Не договоримся и теперь. Пожалуйста, ознакомьтесь с документацией. Чип должен храниться в определенных условиях. Где этим нельзя пренебрегать. Хватит. Слышал? Где-то здесь документы на чип. Посмотри вокруг. Угу. Мне бы вот ту еще хрень отсмотреть. Так. Звук что? Звук, видимо, еще остался, нет? Где-то здесь документы на чип. Посмотри вокруг. Где тут документы на чип-то видно? А, вот они. Вот они прямо передо мной, нет? Хрен его знает. Ну-ка, давай мы... Ну, блядь, как долго. Можно как-то побыстрее отматывать это все? Вот она ушла, вот она пришла. Вот она, зона покрытия. Вот здесь-то, что у нас? Вот тут может что-то, нет? Непонятно, непонятно, что там на изображении это было. Камера с датчиками движения, не то. Здесь что? Здесь тоже что-то там все не то. Может, телефон у него, нет? Ой, телефон, наконец-то. Ты посмотри, ну-ка давай. Модель. Пастырь АТ. Ожидание. Арасака. Ну-ка давай, еще отмотим. Вот он им размахивает, не? Ну, он лежит, да? Угу. Нет, это не телефон. Это что-то другое. Ладно. Простите, давай разберемся со звуком. Угу. Не пренебрегать. Не
Тут модель телефона. Воспроизвести, зажать. Прости, пожалуйста. Наверное, он дальше будет. Работа. Может? Такая штука. Работа, перейди на Федота. Где документы? Документы где? Просканировать систему безопасности апартаментов. Где же что там с системой безопасности? Ничего. Скоро пройдет. Угу. Ага. Я этим и займусь. Но при одном условии. Ты будешь ставить условия мне. Только одно. Все внимание на меня. Хитрая какая. Так, вот они, документы где-то здесь, да? А, вот тут появляется у нас камера с датчиком движения. Есть. Это что? А, автоматическая турель. Автоматические турели. Последняя модель сканера. Все системы подключены к серверу. Отключи их. Снаружи? Без шансов. Надо сначала проверить, как они подключены к системе. Угу. Все их системы безопасности. Вот, смотри, дополнительная у нас есть. Будет нужен болт, иначе систему не отключить. Хорошо, просканировать включенный планшет Юринобу на слое изображения. Не, по крайней мере, других идей у меня нет. Угу. Где слой изображения-то? Ну так что, у нас, в принципе, этот болт уже есть, что ты тупишь-то? Где он, планшет-то? А, это... Не видно, где он, планшет-то. На столе. Просканировать включенный планшет Юринобу на столе. Вот здесь, наверное, он где-то, да? Нет, не здесь, не там. Вот он, данный телефон. На столе больше ни хрена нет. У нас остались конфеты. А вот здесь что-то еще есть, нет? Данный телефон. На каком столе это? Стол, может, другой? Зону покрытия. Так, подожди. Здесь, может, стол? Так, вот он, планшет. Оставил. Вот он лежит. Телефон. Твою мать. Все внимание на меня. На каком столе? Да, он, может, на этом, на сидюльке, типа? В прошлый раз с ними было хорошо. Стоп. Так, вот здесь вот что-то у нас еще валяется. Ни хрена тут не валяется. Блять, на каком столе? Да что за бред? Лой тот? Да тот. Здесь, кстати, еще какая-то сигнализация. Чего ты от меня хочешь? Ладно, посмотрим, может, он дальше будет. В тумбочке, в спальне. Угу. У меня есть идея. Я сейчас вернусь. Угу. Так. Очень хорошо. Иди уже ко мне. Угу. Погоди. Найду что-нибудь подходящее. Почту читает. О, вот это тебе понравится. Просканировать включенный планшет Юринобу на слое изображения. А, вот он. Вот он включен. Вот теперь, да. На столе. Не на столе, а на слое. Вот тебе. И, пожалуйста, разгадка дыры. Чип надо хранить в контейнере с терморегуляцией. Ага. Он требует очень низкой температуры. То есть нельзя вынимать чип из холодильника? Да. Видимо, нет. Иначе повредишь. Переключись в редакторе на тепловой слой. Так будет легче найти, где Юринобу держит биочип. Ну... Так, в своем... Теперь вам доступен тепловой слой. Чтобы переключиться между слоями, нажмите Left Shift. Пистоль заряжен, сейчас отсканируем. Хорошо, что заметил. Не забудь об этой пушке во время налета. Ну да, желательно. Так, просканировать предметы с тепловым излучателем. Ага, где тут холодно, где тут синенько. Давай, наверное, пока дальше. Пусть оно пойдет. О, блять, я как будто сам с ним. Кем? Ви, а, работай. С этим? Лошара. Варуйкуме. Как я скучал. Угу. Я знаю. Конец записи. Нам надо в начало. Давай на R. А, R зажать. Вот у нас есть что-то на тепловом слое. Угу.
Да-да-да, давай, железяка, быстрее. Значит, здесь что? Я закончу через минуту. Программа пока на стадии испытаний. Ее нельзя выводить на рынок. Ага, да, но планшет включен. Пожалуйста, не спешите. Обсудите это с вашим отцом. Он уделяет этому проекту особое внимание и может объяснить... Мой отец замученный безыдейный дед, который не любит перемены. И хочет жить вечно в своем маленьком заслепке. Блядь, сканируй уже быстрее. Обычный холодильник. Холодильник. Тогда подожди, давай. Не совпадает с указанной. Тут мы ничего не найдем. Давай вернемся назад, вот там что-то было. Не знаю, он среагировал на него или нет. Вот здесь вот. Вот так вот, раз. Планшет, типа, да? Вот там что у нас? Потайной сейф. Так, есть термальный сигнал. Ага. Те же параметры, что и в документах. Ага. Значит, Юринобу точно держит кейс тут. Или не точно? Да, похоже. Мы молодцы. Все, можно сворачиваться. Закрывай, редактор. Ну, а если как бы нет, давай еще что-нибудь посканируем. Ого, Донахис. Мистер Арасака что-то празднует. Ну, там еще в конце есть. Пожалуйста, не спеши. Ну, там, скорее всего, да? Ну, а вдруг? А вдруг чисто два сейфа, и она такая, типа, о, бля, нихуя себе, я это не сообразила сразу. Вот хорошо, что ты заметил. Или туда придем, она скажет, нет, это не то. Блин, бегай, давай ищи теперь. Зона покрытия у нас уехала. Угу. Теперь, говорит, сам бегай, ищи, разбирайся с этим говном, я ничего не знаю. Так, а здесь где? Вот это может. Да нет. Давай немножко назад, что-то изменилось, так что-то появилось. О, вот это тебе понравится. Угу. Она вот здесь была, стоп. Ну, что, где эти-то? Ага, вон. Это этот, кондей, наверное. Кондиционер. Стандартная модель для... Ладно, все, тогда выходим. Сканирование завершено, нашли мы сейф, нашли мы пистоль, нашли мы... Да, робота, все нормально. Спасибо, Джуди. Который вначале... Мы закончили. Пока, Тибак. Хорошая работа. До скорого. Давай, пока-пока. Стираю все ваши данные. Если что, вас тут не было. Да, согласен. Спасибо. Давай только быстрее. Вот чуть-чуть побыстрее, пожалуйста. Будь добра. Ну, что такая девочка приятная. Угу. Так прям вся исколот. Эвелин заплатит. Спасибо, подруга. Это переносное устройство для обработки брейн-дансов. Я загрузила в него твои параметры. Ой, доброе прям. Не так хорош, как мое оборудование, но сойдет. Оставлять его слишком большой риск? Умно. Кстати, про риск. Вот смотрю я на вас, и знаете, что вижу? Ну-ка, ну-ка, давай расскажу. Я вижу ходячие, говорящие трупы. Да ты-то откуда знаешь? Нам было, знали, ослабься, все под контролем. Нам нужен был этот брейн-данс, Джуди. Он практически сделал все за нас. А, ну она же видела, что там, явно. Чувствую, она же монтажировала его. Чувствую, этот брейн-данс нас угробит. Я серьезно. Да. Если Арасака узнает про эту запись, вам конец. Мне конец. Ну да. Как бы, че, у нее там грузовик наколот? Че за бред? Ничего не узнает. Ну, это такая не самая. Эвелин, не ищи легких путей. Не самая умная девочка, конечно. Город не любит тех, кто так делает. Будь осторожна. Окей. Конечно. Окей, давай разбираться. Давай поговорим через минуту. Все, пошли. Встать, пойдем скорее. Опять серия какая-то скучная получилась. Какой-то херней занимались, блядь, всю серию. Ну что ты, выйдешь? Все, пойдем. Пойдем, пойдем, что ты тупишь-то? Угу. Ну, что думаешь? Это мы всю серию ехали к ней и чисто смотрели, что теперь, что связывает... Что тебя связывает с Юрином? Блять, ну угадай, уже не боишься, что налет повесит на тебя, ты уверена, что все под контролем. Давай, а не боишься? Ты не боишься. Арасака ведь придет ко всем, у кого были дела с Юринобу. Логично. Много всех расхерачить придется. В том числе тем, кто известен побольше, моего. Ну ладно. Как думаешь, на кого падет подозрение? На корпоратов и наемников? Или на девочку в его койке? Да, я думаю, разбирать всех будут. Что тебя связывает? Понятно, ты уверена, что все под контролем? Инфа про Юринобу, про чип, брейн-данс из Кампеки. Угу. Все складывается, план безупречный. Таких заказов один на миллион. Ага, не сильно спасибо. Безупречным. Теперь вопрос, пожалуйста. Я не верю в стечение обстоятельств. Где подвох? Угу. Боишься? Конечно, ищешь, боюсь, как блядь. Выйти из игры?
Хочу понять, что ты не блефуешь. Не хочу вляпаться в говно, из которого не вылезу. Ну, сдается, мне придется тебя. С чего мне тебя обманывать? Мы с тобой в одной лодке. Правда. Поверь, все под контролем. Смотри, прям. Прям это самое. Ой-ой-ой, так, оправдывается. И что теперь? Ну. Ви. С другой стороны, ей тоже смысла нет, как бы нас подставлять. Я имею в виду только на меня. Без посредников, с которыми надо делиться прибылью. Без Декса. Никогда Декс мне доверяет. Хочешь кинуть нашего фиксера? Да, давай спросим. Хочешь кинуть нашего фиксера? Как знал, тут что-то не так. Ну, что-то не так. Декс просто посредник. Логично, да. Совершенно бесполезный. Тут она права вообще, базарная. Не стоит кидать фиксеров. Это единственное правило Найт-Сити, которое наемники соблюдают. Да? Мы сделаем по уму. Неважно. Такое обычно стоит репутации. А без репутации ты никто. Ты точно этого хочешь? Ну задай, да, если киданем. Себе, а не мне. Чего тебе хочется больше? До конца жизни возиться с мусорщиками или за одну ночь стать легендой? Выбор за тобой. Да что, какая разница? Никогда Декс мне доверяет, я подумаю, ну давай, наверное, не будем его кидать. В общем-то. Декс дал мне шанс. В целом-то он да, доверяет. Он же нас свел, как бы, если бы не а мы. А теперь я даю тебе шанс. Если бы не он. 50%. С такой суммой на счету на Декса можно забить. Ничего, я буду делать всю игру. Я не стану его кидать, я подумаю. Давай, подожди, пока нет, не будем. Эвелин, дело не в деньгах. Пока не будем кидать, я в общем-то, действительно с человеком работаем. Дело всегда в деньгах. Не до такой степени. Я не буду подставлять того, кто мне доверяет. Извини. Угу. Да и в целом, тебе какая разница? Я ни о чем не спрашивала. Ви. Что? Надеюсь, ты так же удачлив, как и наивен. Когда ну, решишь по наивности, звонить, да. Сейчас отправлю свой номер. По наивности окей. Тут базара ноль. Удачи. Как бы вписываться в такую можешь херню. Ох. Сказать пару слов Джуди. Ох, как надо подумать. Позвонить Дексу, выйти из мастерской Джуди. Ага, ну, где выход-то? Как дела на фронтах, мистер Ви? Прям сам звонит. А мне показали записи это из Кампеки. Это запись Эвелин из стоила потраченного времени. Неплохо. Где Дипак это? Дипак мне уже звонит. Она разбирает материал. Ты смотри, какое миленькое. У меня все ну да, там у Тибак с нами. Что дальше по плану? У тебя по плану выполнить мой заказ. То есть забрать Биучи. Не плачь. Давай поговорим. К тому же он знает, что. Подъезжай. Отлично. Скоро вот типа будет. На следующее дело, в принципе, да, если бы он не знал, можно было бы его кидануть, сейчас-то смысла не имеет. Ты все в курсе, блин. Дело, тра-да-да. А тут на тебе, вдруг слился. Это все сразу все поймут и спалят. Новое сообщение общества Бартмосса. Всякий раз, когда деньги переходят куда-то там. Хорошо. Стой. Ездишь тут, блядь. Сейчас ебусь, подожди. Так, значит, что, Джеки Уэллс. Хей, Ви, как оно? Все на мази? Джеки... А, это Джеки. Это наш Джеки, он же Уэллс, видимо. 500 метров. Ладно. Все равно сейчас мы уже никуда не успеем. Уже даже больше часа. Новое задание. Пропуск в высшую лигу. Это наше следующее задание. Все равно мы уже сейчас ничего сделать не успеем. Соответственно, на этом, наверное, будем заканчивать. Всем спасибо, что были со мной. Если понравилось, не забывайте подписываться, не забывайте ставить лайки. Впереди еще интересного будет куча. На этом все. До встречи в следующей серии. Уже язык заплетается. Пока-пока.